Лето. Италия. Ринзана. Пляж. Молодые ребята очень неплохо играют в волейбол. Люди купаются, наслаждаются морской водой. И у меня почему-то сейчас в сердце пришли размышления на эту тему. Не знаю. Но именно вот таким образом я сейчас именно ощущаю это. В мире столько людей, у которых нет возможности ехать хотя бы один раз в жизни на море. Я вспоминаю рассказ одной молодой девушки. Мама поднимала их четверых дочерей. И на 50-летие они решили сделать матери подарок. И одна из них повезла ее в Египет по путевке. Говорит, что 50-летняя мама сразу потеряла 10 лет возраста. По-другому стала смотреть на жизнь. Единственное, что она спрашивала дочерей, а получится ли когда-нибудь еще раз съездить на море. И, конечно же, жизнь у всех людей не дается легко, а есть много трудностей. Но, тем не менее, есть люди, которые получают удовольствие от жизни, а есть люди, которые просто ждут. Или даже есть люди, которые уже страдают и смирились с тем, что лучшего больше не будет в их жизни. Почему так происходит? Думаю, что это духовный вопрос, потому что если делить людей просто на богатых и бедных, на тех, у кого есть финансовые возможности, и на тех, у кого нету финансовой возможности, то это будет неправильно. Знаю людей, которые сегодня ездят и в России на море, на весь летний сезон с мая по октябрь, и работают всего лишь полдня в день. Они такую работу нашли. И у них есть жилье, у них есть питание. Они не зарабатывают, может быть, деньги, а все то, что они зарабатывают, хватает только на это жилье и на питание, но они слышат прибой моря. Они купаются в этой воде. Через эту природу они благодарят Бога, общаются с Богом, получают радость от жизни. Они в какой-то степени, конечно же, омолаживаются. И упускать шансы или отвергать их и говорить «не получится», это будет неправильно. Большее количество денег – это не значит больше возможностей автоматически. Иногда человек и с маленькими возможностями финансовыми, но с большим желанием совершает кругосветное путешествие. Что думаете вы об этом? Божьей вам милости и благодати. До свидания.